Дети и внуки работников Тольятти «Азота» приняли участие в конкурсе рисунков «С днем рождения ТУАЗ», приуроченного к памятной дате, которая отмечается в начале апреля. В корпоративном музее завода организаторы провели церемонию награждения лучших детских работ, занявших призовые места. Всего в конкурсе участвовали 55 юных художников от 4 до 14 лет. Все ребята за участие получили поощрительные презенты. Памятные подарки от Тольятти «Азота» вручили победителям и призерам в каждой возрастной категории. Очень тяжело выбирать победителей, потому что все молодцы по определению. Но самое главное в таких конкурсах – это то, что дети интересуются и историей завода, и самим заводом, и спрашивают у родителей о их работе. И таким образом с детства уже знают о предприятии и пропитываются к нему любовью и уважением, которым, будем надеяться, в будущем вырастет желание прийти работать именно к нам. Из детских работ по традиции делают выставку рисунков, которые яркими красками украшает холл завода управления. День рождения у детей ассоциируется со сладким угощением и праздником, поэтому на многих картинах Тольятти «Азот» изображен как красочный многоярусный торт, а вместо свечек гремит салют. От своих родителей юные художники получают знания о химическом предприятии, на котором, возможно, они продолжат заводские трудовые династии. Принимают участие в конкурсе рисунков обычно и старшие, и младшие дети в семье. Иногда случается так, что оба получают призовые места. В этом году последний раз, 14 лет, но на смену придет младшенькая, уже начинает тянуться за, как говорится, достижением старшей дочки. Вымпел передался младший. Младший ходит в художественную школу, творит и всегда отзывается на участие в подобных конкурсах. Для нее это движок развития вперед. Жюри особо отметило рисунок 12-летней Кати Ивановой, выполненной в стилистике плакатов соцреализма, присудив работе приз зрительских симпатий. Старалась, две ночи рисовала ребенок, вообще не спала. Я в шоке была просто. Так и вот ответственно отнеслась к этому, причем это было ее желание. Она говорит: мам, когда вот там следующий будет конкурс? Ей просто интересно, какое место, мама, когда тебе скажут? Ну, в общем, у нее прям ожидание такое вот. А приз зрительских симпатий – это лучше, чем первое место? Конечно. Рисунок Кати станет электронной поздравительной открыткой на День химика. Этой же работой планируют украсить первую полосу праздничного выпуска корпоративной газеты «Волжский химик».